Сегодня в нашей стране отмечается День памяти и скорби. 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на СССР. Миллионы погибших, замученных в концлагерях, умерших от голода, тысячи разрушенных городов и сел. За победу в Великой Отечественной войне советскому народу пришлось заплатить несоизмеримо высокую цену. 22 июня во Всероссийский день памяти и скорби ровно в 4 часа утра у Вечного огня прошла ежегодная патриотическая акция «Свеча памяти». Плечом к плечу молодежь и ветераны, люди среднего возраста и пенсионеры стояли у Вечного огня, вспоминая и заново переживая страшные годы Великой Отечественной войны. К сожалению, все меньше и меньше остается живой истории среди нас. У нас в Славянском районе всего лишь 12 ветеранов Великой Отечественной войны осталось. 252 труженика тыла. Вечная память всем тем, кто не вернулся с полей сражений. И благодарность тем, кто сегодня жив. И наши сыны, братья, отцы также защищают наш народ, выполняя боевую задачу на фронте, как и наши деды. За годы войны на фронт ушло более 23 тысяч славянцев. 11,5 тысяч из них не вернулись. Всего за почти 4 года, что длилась Великая Отечественная война, погибло более 27 миллионов человек. В Краевую книгу памяти внесены имена почти полумиллиона наших земляков. Память о тех, кто ценой собственной жизни подарил нам мирное небо над головой, участники акции «К вечному огню» возложили цветы и по уже сложившейся традиции спустили венок памяти на воду. Через века. Через года помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните. Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили. Днем 22 июня в 12 часов дня в парке 40-летия Победы прошел митинг памяти. В нем приняли участие представители администрации, общественных и молодежных организаций, жители нашего города. Сегодня нацизм вновь поднимает голову. И свыше 700 наших земляков участвуют в специальной военной операции. Защищают то, за что сражались отцы и деды, а также наши прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. Низкий поклон и сердечное спасибо всем защитникам Отечества. Светлая память погибшим в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции. В 12 часов 15 минут все города и населенные пункты нашей страны погрузились в тишину. В память о погибших в одной из самых кровопролитных войн в истории нашей страны была проведена Всероссийская минута молчания. Минута молчания. После окончания минуты молчания участники митинга «К вечному огню» возложили цветы. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, Георгий Калинин. Программа «События».